Всем привет, ребят. Ну что, вот и вышло у нас обновление. Сейчас мы, как обычно, полноценно его оценим. Показывал я вам уже нового героя. Сегодня еще будет куча видосов по новому герою с английского сервера. Я там попроходил волны и все остальное. Покажу вам его не на максималке, на там 10-10 вторая эволюция, не с топовыми прокачками, что он может. Но, честно скажу, герой очень-очень удивляет. Так, окей, зашли. Поехали, сейчас посмотрим, что у нас на русском интересного есть, что поменяется. Может, у нас сразу же добавят скины. Ну, скины я уже тоже показал, питомца показал, питомец охрененный, все. В общем, топчик, как обычно. Так, окей, супер бинго, это у нас есть, это все у нас осталось. У вас есть герой со второй эволюцией, который достиг 200 уровня. Теперь можно еще больше увеличить его силу, повысив уровень прорыва. Вот так вот называется. Давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. То есть тут у нас уже обучение, если вспомнить символ. Восполните символ прорыва для увеличения. Сори, ребят. Еще не проснулся, горло не отошло. И все 5 символов повышения уровня. В общем, по прокачке у меня есть отдельный видос, я вам тоже загружу, там я на максималку прокачал вот так вот уровень прорыва, качается там книгами, либо пропуском волн, и дальше вы воспламеняете вот так вот, в общем, всех героев. Сейчас единственное я проверю, дадут ли нам сразу награду. А, вот, мне, кстати, тут дали сразу. Сейчас я вам покажу прокачку. Качнем сразу же тыковку. Ну, как бы, она самый такой основной востребованный герой, поэтому мы будем изначально ее качать. Вот такой вот тыкву с исцелением. Заходим вот сюда. Воспламенение. И, соответственно, качаем. Получили опыт. И вот так все время поднимаем. И прокачиваем, получается, героя. Чем интересно? Да, интересная прокачка, увеличиваются атрибуты. Сразу же говорю, минуса достать можно с адского саммита 4, на который, опять же, не все смогут ходить без доната. Также с лабиринта, где, опять же, очень-очень все печально. Единственное, что может спасти более-менее без доната, это нормально прокачанный Лазурикс. Либо ледяной феникс, как его у нас называют. Сейчас уже сразу же прокачаем ее. Чтобы вы понимали, он не может еще прокачать. Что же все-таки это будет? Для каждого героя нужна прокачка. То есть отдельно каждый герой качается. Вот, как видите, чем дальше, тем больше их нужно. По-моему, там до 5,4 хватает камней, или 5,3. Сейчас покажу вам. Для каждого героя надо это открывать. Ну, в принципе, можете 400 там себе силы, 98 героев получить. Потом, скорее всего, если вы сливаете, если каждому герою, то герой придется ему обратно же качать с нуля. Поэтому задумайтесь в первую очередь над тем, кому стоит качать, кому нет. Вот смотрите, сколько у меня уже книг ушло. Это чисто на одного героя. Можно через пропуска качать, открываете уровень и качаете. То есть опыт будет идти. Увеличивает неплохо атрибуты. То же самое. Не хватает. Вот
4. Дает жизнь, атаку, точность, уклонение, крит, удар. То есть вот так вот. В принципе, интересно, но я не думаю, что очень хорошо так. Достигали 200-го после разблокировки, набрать опыт. Данный прорыв. Так, 5 прорывов. Мне 5 символов прорыва. Используйте камни апогея и красные кристаллы, чтобы повысить уровень прорыва на 1. Камни апогея можно шансом получить после победы в командном пришествии монстров. Адский саммит. Вот так вот. То есть камни апогея надо бегать на адский саммит. Максимальный уровень прорыва равен 20. Уровень прорыва указывается. Ну, давайте поставим тыковку, посмотрим, где там ее. Уровень прорыва, и пойдем дальше смотреть на одну. Это я не замечал, может, действительно где-то есть. А вот уровень прорыва 5 только, а их 20. Можете представить, сколько нужно камней, чтобы насобирать и на прокачивать. А, так, окей, поехали по основным пунктам обновы, пробежимся. Для тех, кто не видел, сейчас перезайду и покажу. В общем, обнова очень такая, скажем, интересная, но есть много плюсов, есть много минусов. Все как обычно, но мне кажется, больше все-таки плюсов. Так. Что, не хотят они? Набор сокровищ. Вау, даже два мешка дали. Ну, тут дали хоть возможность получить нового питомца. Обзор на него у вас уже есть. Можете полистать. У меня обзор на скины тоже есть. Даже не дали описание. Все как обычно, топово. А, сейчас, ребят. Думал, все-таки сделают хоть нормально у нас на русском. Угу. Размечтался. Так. Сейчас пойдем по основным пунктам. Хотя бы так пробежимся. А, так, максимальный уровень я вам показал. Топ-3 арены отображается вот так вот. То есть можете в сезоне вот здесь вкладочка с видосами. Ну, в принципе, оно никому нафиг не нужно было. Режим с друзьями есть, заходите в друзья, нажимаете действия, тренировка, и соответственно уже тренируетесь на своем друге. Нападаете, герои не сливаются, вот видите, у меня Минотавра убили, это мой Минотавр, он живой сейчас, то есть проблем никаких с этим нет. Адский саммит. Адский саммит. Четвертый я его показывал. О, уже тут даже кто-то есть. Это первый у нас. На четвертый. Думаю, вряд ли сейчас кто-то будет. Вот он есть. Сложно, надо иметь топовых героев. Проходить, в принципе, можно. Новогодний фон добавлен. Сейчас посмотрим, где он там. Пока не вижу его. Вроде нету, все вроде есть. Так, дальше. 3 новых таланта. Талантики, честно скажу, не особо. Потестирую их скоро. Они против фракции. Вот, и герой наносит урон равный 200% от атаки. Вот именно интересно, это всем. Если всем, то это, конечно, топово. 900 атаки всем. Либо же фракции противоположные. Ну, то есть это надо еще уточнить. И также 900 атаки на ближайшем вражеском крови фракции святого. Тут вот очень много вопросов. Ну, это протестим. Честно скажу, лучше рунами собирать. Так, дальше. Новый герой. Поехали посмотрим на нового героя. Герой просто мега обалденный. Герой бездонатный. Можно его выбить без доната.
Этим мы займемся, наверное, вечером. Так, где это там? Леда Феникс. Вот, ледяной Феникс создает вокруг себя ледяной щит, который дает иммунитет к урону от атак. В общем, обалденный герой. Плюсы и минусы я вам уже показал. Отдельно еще пересмотрите видосы. Есть на разных локациях. Офигенный в PvP режимах, на волнах, в лабиринте, в древнем. Будет на подземках. В общем, везде, где только можно. Я вчера им на атаке фортов на английском уже не стримил. Там трешивал. Обалденно получилось. Разносил всех в пух и прах, с одни крылами, там, с прокачками. Главное, чтобы он первым включился. Так, новый питомец, панчбокс. Где там питомец панчбокс? Вот он. Официальное событие. Донатный увеличивает атаку героя. Также позволяет наносить урон равный 50 атаки 4 целям противника. То есть просто бешеный, бешеный, бешеный панчбокс. Сразу говорю, герой вообще обалденный. Точнее, питомец мне он очень понравился. Ломает здание. Там, короче, полная жесть. Что еще могу вам такого рассказать по обнове? Ну, в принципе, добавили кучу итемов донатных, новые сумки. Ну, все как обычно. То есть, вот они есть. Я сейчас вам их покажу. Кто не знал, тут падают и талантики. И я отсюда скины собрал. Конечно, у нас, как обычно, как бомжам, блин, дают. Вот сундук замка 5, даже вот так вот. Вот оно, видите, здесь уже добавили у нас. Там еще у нас на английском нету, но, возможно, сегодня будет. Сейчас зайдем, посмотрим. Ну, вот так вот. Опять же, за-да-над. То, о чем я говорила, что они, как обычно, блин, зажрутся и не дадут возможности без донатов спокойно собирать, как и все эти камни. Поставили их в такие локации, где их просто нереально фармить. И блин, и еще и за донат продают. Ну, в общем, как обычно, ребят. Так, ну тут вы можете меня поздравить. Я нагнул английский сервер. Топ-1 у нас уже есть. В принципе, ничего сложного. Вот как-то так обломали мы тех мегадонеров английского сервера, как и русского. Вот, смотрите, сегодня опять продают скины здесь полным ходом. Рунки уже седьмые сразу же продают, то, о чем я говорил. Камни стали намного дешевле относительно. Таланты продают, ну, то есть такое. Ну, еще не вижу здесь пятых. Да, нету пока пятых сундуков. У нас на русском, кстати, есть. Ничего себе, русские красавчики прям. За 10 баксов. Смотрите, что делается. Вот четвертой сумки. Вот 20 камней уже начали, уже 3 продавать. Ну, вот как-то так. Тут еще такого интересного есть. В принципе, вот так вот у нас на русском даже, мне кажется, получше. Что есть еще? Кристальный сундук. Здесь, кстати, можно посмотреть все награды, которые есть. Вот, смотрите, за максимум. Вот, чем уже плюс? Уже не надо бегать, уже есть изменения в этом плане. Вот так вот оно все отображается. Можно сразу видеть, к чему ты стремишься, что ты получишь, за какую награду. В принципе, довольно-таки неплохо. 20 камней кристально. Причем он тут идет сколько? Тут сутки идет. Так, идем на наш. В общем, вот так вот, ребят, такая вот обнова радует героя. Реально радует то, что он без доната прокачки однозначно не радует. Все как обычно, нас наебали. Точнее, не нас, а обычных игроков. А вот уже наконец-то добавили. То еще не все описание. Так, набор сокровищ, разбей, заработай на героях. В общем, ничего интересного нового добавили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите ролика героя. Всем удачи, всем пока.